Экс-президент индустриального парка Уфимский запустил безотходное производство. Для этого компания «Боярд» приобрела высокотехнологичное российское оборудование, отвечающее современным экологическим стандартам. Предприятие занимается изготовлением корпусной мебели, а отходы собственного производства компания планирует пускать на переработку и получать из них комплектующие. А в будущем намерена расширить производство и принимать отходы других аналогичных фабрик. В корпорации развития Башкортостана отметили, что в этом году индустриальный парк Уфимский стал пилотным проектом по внедрению ESG-принципов, направленных на достижение цели устойчивого развития. Соответствие стандартам экологичности и социальной политики в дальнейшем повлияет и на инвестиционную привлекательность республики.